ровно 22 года назад я пришел в Нижнекамскую телерадиокомпанию, и помню, как мы писали тексты от руки на бумаге, потом у нас появился компьютер. Ну и сейчас мы представлены во всех социальных сетях, у нас есть все современные средства для того, чтобы выходить в эфир, как на радио, так и на телевидение. И все это время мы всегда стремились быть лучшими, всегда впитывать какие-то новые современные тенденции. И поэтому мы, я думаю, будем в дальнейшем следовать в ногу со временем. И хочу пожелать своей любимой родной компании дальнейшего процветания, естественно, и чтобы у нас все было хорошо, как и у вас, дорогие наши зрители и слушатели, естественно. Моя коллега Алина Кадрян, думаю, поддержит меня и продолжит. Да, я пришла сюда совсем недавно, это ровно 6 лет назад. Жалею только об одном, что не пришла сюда раньше, когда мне было лет 20, когда я была еще совсем молодой. Жалею, что раньше не попала в эту компанию. Поздравляю, желаю процветания нам всем, счастья, здоровья, хороших новостей.